Сроки сдачи проектов по благоустройству, которые планировали завершить в Балакове к Дню Победы, не будут переносить. Подрядчики укладываются в заявленное время. И даже несмотря на то, что мероприятие, приуроченное к 9 мая, скорее всего перенесут, 3 объекта будут сданы в срок. Так на Обелиске начался заключительный этап реконструкции. Вскрытие было плиты, полностью ремонт плиты. То есть заливка самой плиты, армирование плиты, железобетонные работы. Ну и, соответственно, сейчас вот уже облицовка гранитом идет. Буквы, фамилии, то есть сейчас завод Маминых, уже таблички с фамилиями, инициалами уже готовы они. Завтра, послезавтра у нас 2 пилона уже сделают облицовку гранита. И с понедельника представители завода Маминых приступит к монтажу уже плит с фамилиями. Чашу бассейна облицовываем вновь. Водоканал участвовал в этих работах, подвели воду и, соответственно, сделали канализацию, отвод воды. Соответственно, чаша 9 мая будет готова и будет работать, как она должна работать. Завершающий этап сейчас. Осталось у нас 15 дней до, так скажем, 30 числа, 30 апреля подрядчик должен закончить работы. По срокам успеваем. Стоимость у нас неизменна, то есть подрядчик пошел на те условия, так скажем, подписал договор, у нас здесь 15 500 денег, и то есть стоимость неизменно останется такая же. Вот, даже если тут какие-то есть доп. Работы, то подрядчик взял на себя обязательства. На площадке напротив чаши слез появилось специальное место для возложения цветов. Все мы помним, как часто после памятных мероприятий цветы высыхали, и с порывом ветра на них попадали искры от вечного огня. В итоге возникали пожары. Теперь такого не повторится. Территорию, прилегающую к обелиску, также немного приводят в порядок. Это делается силами комбината благоустройства. Не входит в стоимость сметных этих работ. Это производит работа комбинат благоустройства. В этом году 16 берез высадили. И сейчас идет благоустройство. Посеяли газон. Чуть раньше, к 1 мая, подрядчики должны завершить ремонт памятника строителям 5 всесоюзных ударных комсомольских строек. Здесь ситуация была плачевная. Плиты керамогранита отвалились, бетон и кирпичи в основаниях монументов раскрошились. Пока будет отреставрирован только центральный памятник, поскольку именно постамент под скульптурой строителей наиболее сильно развалился. Гранит поменяли на облицовочный кирпич, кирпич привезли из Тулы. Сейчас осталась заливка доломитного бетона, замонолитят постамент и сделают его водоотлив. Также к майским праздникам приведут в порядок центральную аллею, ведущую ко входу Дворца культуры. Здесь спонсорами выступили сельхозтоваропроизводители. Рабочие сейчас выкладывают необычную тротуарную плитку на дорожке. Клумбы, которые исторически были на этой аллее, решено сохранить.